Конечно. Герои молчали. Я таких женщин наворачивал на гусеницу. Да, да. Конечно, да. А я что ты? Конечно. А я в смысле? Что ты провоцируешь меня? Ты что? Я не провоцирую. Герой. Да это чил. Я тебе сказала, нет. Что? Куда я пойду? В смысле? Что ты меня провоцируешь? Я мне похуй. Женщина, ну что? Хотел нарваться, да я разберусь. В смысле? Как ты меня провоцируешь? Я тебя сейчас закрою. Да, надо выгощать ее. В смысле? Ты что? Ну, сука. Не трогай женщину. Женщина. Да, женщина. Какая женщина? Ты не знаешь, такая женщина. Женщина. Женщина, которая ждет своего бойца. Во время войны. Ты тебя, что ли, ждать? А ты кто такая, блядь? Шмара голимая. Ты лучше не знать, кто я. Так что ты? Кто ты такая, блядь, по жизни вообще? Тебе лучше не знать. А что ты можешь, ну? Я тебе жаловался или что, или плакался, или что? Ты такая, шмара вонючая. Что за дела? Вышвырнуть надо. Ну что? Ну, винтовку надо вести. В смысле? Ну, давай, поехали. Я тебя сейчас, блядь, ставлю. Офигеть меня. Если бы тут не сидел у меня на плече, я бы молчала. На ком на твоем плече? У тебя что, большое плечо или что? Жопой своей. Жопой моей? Я долго так сидела. Ты должен нюхать мою жопу и целовать, блядь. Для того, что ты здесь живешь в мирное время. Ты поняла? Для того, что ты сюда не, блядь, не падаешь от снарядов. Для того, что ты не голодаешь. Ты за это только должна целовать твою жопу. Да, прекращай орать. Так она меня провоцирует, она меня спровоцировала. Она видит, что я подбыл. Не обращай внимания, и все. Да как не обращать внимания? Всем сейчас тоже не очень хорошо. Я согласен, но не нужно трогать. Не надо кричать. Не дергай ты живой, ну пойми, ну выпивши. И она дергает, она что-то видит. Она не надо кричать. Надо разговаривать нормально. Человеческим языком. Да никаким не человеческим языком. Можно по-человечески попросить. Извините, вы там меня где-то зацепили. Ну все, не надо кричать. И объяснить, ты там громко разговариваешь, ну. Правильно? Ну ты меня смотри, ты меня успокаиваешь в момент. Все, не кричи.